Всем привет, это мой влог. Мы уже вышли, сейчас ждем мамину подругу. У меня свитер, велосипедки, сумка, кроссовки, чокер, ну и все. Мы уже стоим на светофоре. Мы уже сходили до полчаса, до первого и до второго часа. Все, меня отпустили домой, я теперь могу со спокойной душой идти до дома. Мы сейчас с Соней гуляем по магазинам и ищем ей кожаный пиджак. И кардиган. И кардиган. А я просто хожу, смотрю, может, я что-то тоже себе посмотрю. Ну и на Валберес это найду, потому что, знаете, мне неохота шляться в магазин, я больше люблю на Валберес заказывать, чем по магазинам шляться покупать. Я, короче, хочу идти на 1 сентября, как Аня, я говорила. Я не помню, я с памятью плохо. Соня хочет панком на 1 сентября прийти. Да, ты понимаешь? Я хочу, короче, прийти в таком платье красном, таком облегающем, накинуть сверху пиджак, такая на красная вся, вот с этой цепочкой, с цепочками на... А как ее? Короче, много цепочек, чокер. Ой. Чтоб русичка упала в ступоре. Да. Так у нас не будет 1 сентября в этом, если ты не забыла. Она зато увидит тебя. Я еще, причем у меня волосы, я больше вот так примерно осветлю, и пока что все осветленное фиолетовое. У нас из-за него обоих любимый фиолетовый, а ходим мы в черном. Мы с Соней уже прощались, там впереди идет моя сестра с другом. И мы будем еще раз говорить, что делать сразу. Привет. Куда идете? До магазина. Зачем? Надо, мама сказала, за сыром, за картошкой. За картошкой, за помидором, за ужином. У нас уже была куча разного мусора, я его выкинула. Теперь домой. Я уже дома, я рада, потому что я устала. Обдужают котлеты, но этого я на видео не сниму. Я уже почти пожарила котлеты. Также я почистила картошку, убрала все очистки, нарезала картошку. Осталось ее только залить водой и поставить на огонь. Ну и ужин почти готов. Я очень рада, но при этом я очень уставшая. Если честно, я думала, что влог закончится дома, но нет, влог будет заканчиваться тем, как мы погуляли с Лёксом и положили деньги. Я не вставила все кадры, потому что влог бы получился слишком длинным. А знаете ли, монтировать это долго. Так-то он должен был быть 15 или 20 минутный, но этого его не получилось. С Лёксом мы ходили снимать деньги. Ну, я скажу то, что сегодня он не боялся банкомата, ну, именно шума, когда он снимает деньги, так, как обычно. Ну, я думаю, то, что закончу влог на этом, потому что это уже слишком долго монтировать. И попрошу вас подписаться и поставить лайк. В этом вы меня очень сильно поддержите. На этом все. Всех люблю, обнимаю, пока.